Сегодня только что 9-й съезд нашей великой российской коммунистической партии чествовал 50-летие ее вождя Владимира Ильича Ульянова Ленина. Конечно, в настоящие дни нет более громкого имени на земле. Это имя возбуждает страх и ненависть в эксплуататорах, надежду и отвагу в угнетенных. Передовой Англии, обобравший весь мир Америки, пролетарии, рабочие, трудящиеся смотрят на восток, на недавно еще столь отсталую Россию и восторженно слушают призывную, мудрую речь нашего вождя. А в глубине Азии загнанные персидские простолюдины, замученные колонизаторами индус, китайские кули рассказывают своим детям, замирая от счастья, чудную сказку действительности, повесть о победе бедных над белым царем, о заре правды в России. Трудовой мир называет теперь имя Ленина как имя полководца, наставшей, наконец, последние битвы за освобождение. Полвека жизни, более четверти века революционного служения, ряд блестящих научных трудов, ряд колыхнувших весь мир побед – это его прошлое. Новые окончательные победы над врагом, над разрухой, над бедностью – вот его будущее. Да здравствует Ленин!